Древний праздник Кюрюсукуна или Амал западноказахстанцы встретили на центральной площади областного центра. Крестьянские хозяйства 12 районов установили там юрты и угощали гостей жителей Уральска баурсаками, кузей и другими национальными блюдами. В стенах Дворца искусств Атамикен товаропроизводители представили свою продукцию. Несмотря на морозную погоду, в Уральске теплая атмосфера. На центральной площади развернули настоящий этноаул. В белоснежных юртах, где радушно встречали гостей, подавали традиционные праздничные угощения. Музыкальным выступлением порадовали местные творческие коллективы. Праздник Курусу символизирует единство и сплоченность народа. На площади каждый район, объединившись, установил эти красивые юрты. Каждый год с нетерпением ждут праздник Курусу семья Бегалиевых. Их ансамбль прославился в проекте «Мерейле Отбасы». Талантливая семья всегда встречает праздник в полном составе. Приезжают родители из Касталовского района. В большом доме всегда звучат музыка и песни. Нуржамал Апа для праздничного дастархана готовит традиционный наурыз кузе. В ее фирменный напиток входит 7 основных ингредиентов. Кузе должен состоять из 7 ингредиентов. 7 – священное число у казахов. Однако у всех рецепт приготовления кузе отличается. Например, я добавляю вяленое мясо, козы, карта, молоко, кефир, пшено и другие секретные ингредиенты. Праздник Курусу до недавних пор в основном отмечали жители западных регионов. Если обратиться к истории, то ученые-эксперты высказывают разные версии по поводу возникновения праздника. По словам историка Жанабека Жаксагалиева, праздник пришел с Востока, где жили монголы и тувинцы. 14 марта монголы отмечают праздник Сагансар. По традиции под названием Залгох. В переводе означает «обходить». Поэтому эта версия происхождения праздника является самой близкой. В целом, пока нет единого мнения о том, когда произошел обычай Курусу. К слову, праздник в Уральске проходил сразу на нескольких площадках. В Центре искусств Атамикен предприниматели представили разнообразные товары. Там же для жителей и гостей города организовали выставку работ мастеров прикладного искусства. Альбина Кумаргалиева, Ербол Миндагалиев, Эльдар Аюпов, 24 KZ, Уральск.